At just 18 years old, Russia's Elena Radionova has already accomplished more than some skaters do in their entire careers. She is a 2015 World Bronze Medalist, a two-time European Silver Medalist, and the 2015 Russian National Champion. We talked to her here in Almaty, Kazakhstan, after her first short program performance at the 2017 Winter Universiad. Эту программу я поехала в Канаду с некоторыми вариантами музыку. Ставила, потому что эта программа мне очень идет, подходит моему характеру, она тоже такая игривая, задорная. И мне очень понравилась эта музыка, и мне было комфортно эту программу катать, поэтому мы ее и выбрали. Я, в принципе, я довольна своим прокатом, все элементы сделала, но знаю, что могу кататься лучше и знаю, в чем мне добавить. Как у каждого спортсмена, это, я думаю, медаль, и хорошо было бы золотая медаль олимпийских игр. Но, честно говоря, я звездой я себя абсолютно не считаю. Я просто занимаюсь фигурным катанием. Я очень рада, что меня родители отдали в фигурное катание, потому что на данный, ну, вообще, если бы я не занималась спортом, я не представляю, какая была бы моя жизнь. И спорт мне очень многое дал. И сейчас тоже на данный момент я не могу представить, что бы я делала без спорта. Поэтому фигурное катание – это то, чем мне нравится заниматься каждый день. Это моя жизнь, это мое все. Here's Elena Radionova grabbing that gold medal, the 18-year-old. That's her first at a Universiad.